42-летний Степан Меньщиков и его 39-летняя супруга Ангелина Монах празднуют пополнение в семье. Старшая дочь бизнесвумен Ольга родила наследницу. Супруги сейчас находятся на Сейшелах, где снимаются в реалити-шоу «Дом-2». Поэтому Ангелина не смогла присутствовать на родах Ольги. Она поблагодарила младшую дочь Карину, за то, что была с сестрой в этот важный момент. Монах отметила, что роды были сложными. Дочь рожала 30 часов, в итоге сделали кесарево сечение. Я с ней была на связи все это время, каждую ее схватку, действия, ощущения и переживания понимала. Теперь у меня вид, как отмучались вместе, сообщила супруга звезды Дома-2. Степан поздравил возлюбленную с прибавлением. Он опубликовал фото с Монах на кровати с торжественным плакатом. Шоумен также рассекретил имя новорожденной. «Поздравляю мою любимую Гелечку с рождением внученьки Розочки», – трогательно подписал снимок Меньщиков. Поклонники пожелали здоровья малышке и ее маме, а также счастья всей семье. Многие отметили, что Ангелина выглядит очень молодо для того, чтобы зваться бабушкой. «Какая молодая и красивая! А ты, значит, дедушка! Ура! Юная бабушка! Поздравляю! Замечательные новости, счастья вам, чудо какое! Поскорее ждем и появление вашего малыша», — написали фолловеры. Ангелина и Степан расписались в начале марта. На тот момент бизнесвумен уже была в положении. Для Меньщикова этот ребенок станет третьим. Звезда Дома-2 воспитывает двоих детей, сына Ивана и дочь Варвару, от первого брака с Евгенией Шамаевой. Шоумен признавался, что мальчик ему не родной. Степан развелся с Евгенией 2 года назад.